О, да откуда ты стреляешь? Да отвали ты. Офигеть. В этом ролике мы разыграем Гаррисмод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Стаканчик, Тимокс Бро, Волк, Артём, Плагин, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Пацаны, ваша главная задача — защитить бомбу и не слиться. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем мочить и все взрывать. Погнали. Давай. Ну что, я начинаю атаковать. Да. Конечно. Нифига себе, смотрите, пацаны, как выпускают ракеты. Главное, смотрите, что можно уклониться всегда. Так, если я подойду до бомбы, я ее смогу активировать и ударом ее взорвать. Не попали. Они уже на жизни начинают тратиться. У меня, кстати, очень много жизни. Я не знаю, 500 тысяч. Это, мне кажется, это прям очень много. Может, надо уменьшить мне ХП? Смотрите, я вообще легко приближаюсь. А, никогда рядом я не могу быстро идти, смотрите. Эй, робот, ты меня замедляешь. А, своего убили. Жир. Сейчас вы еще поубиваете своих. Я приближаюсь к бомбе, ребята. Надо уменьшить мне жизни, пацаны. Я сильно читерский. Не, нифига, ребята. Я очень мощный. Хорошо. Давайте будем считать, что у меня очень много жизни. Я себе сейчас уменьшу жизни. Количество жизни у меня будет... Давайте сделаем первого монстра... 10 тысяч жизней. И посмотрим, сможете ли вы меня убить. Так, ну что? 10 тысяч жизней. Посмотрим, пацаны, смогут меня убить или нет. Прям вообще тоненькая полосочка у меня. По сравнению с теми, сколько у меня было. Ого, летающие роботы. Так, надо брать, ребята, хитрость. Только так я смогу пройти. Видите, ни разу еще не попали. По красоте прорываемся вперед. Теперь просто вперед бежим резко. Так, ходим вокруг робота. Мансуем. Прыгать я не умею. Это очень плохо. Так, отвали, щенок. Так, пробиваемся. Ребята, 10 тысяч жизней. Осталось 8900. Неужели роботы такие слабые? Сейчас бомба взрывет. Посмотрите, какой будет мега взрыв. Сейчас они взорвут ее. Ну что, вы готовы умереть? 3, 2, 1. Короче, ребята, ну роботы, я не знаю. Мне кажется, они слабые, да? Ну что, вы готовы? Тихонечко нет. Едем. А вот сейчас да. Кстати, у меня 79 жизней, это уже не 100. И машина это очень хрупкая. Пробиваемся потихоньку. Так. Ого, там смотрите, какие они именно мощные. Сдалека даже страшно приближаться. Наваливаем. Ой, это было красиво передо мной, но никто не попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Машина же замедлилась от взрыва. Смотрите, как отбросила меня. Ой-ой-ой. Ура! Пацаны, молодцы, защитили. Не спорю, это было красиво. Ждите, сейчас будет еще одна волна. Кстати, башина была довольно-таки быстрая, вы не смогли меня пустить. Хорошо, давайте... Хотите танк возьму или что-то попроще? Брать танк? Или давай. Нет? Хорошо, давайте танк возьму. Ну что, пацаны, давайте. Надеюсь, вы затащите. А мы сейчас, знаете, что попробуем? Попасть по роботу, это возможно будет или нет? Я убил робота или нет выстрелом? Да. Пора еще один робот сложить. Сейчас ты, подлец, сложишься. Убил? Нет. Нифига себе, танк замедляется от таких выстрелов мощных, представляете? Как ты умрешь, блин, я не вижу, куда стрелять. Я просто не вижу. Да что он не едет? Да танк, давай, газуй! Представляете, как они взрывами меня откидывают? Придется переодеть меня эти все выстрелы. Ты сдохнешь. Я знал, я знал. Так.
Газуем, газуем. Ну с шифтом, ну ты должен ехать. Давай, давай, танчик. Блин, меня откидывает, выстрел, лови. А что там, да нереально взорвать? Может, у меня очень много жизни, да? Дым не идет, ничего не идет. Все, я тебя сейчас сложу, слышишь ты? А, блин, промахнулся. Пулемета можно сложить? Ого, меня откидывает! Да давай вперед! Попробую задавить. Отлично, щенок. Короче, танк, ребята, вы не смогли удержать. Я тут взорвать вас всех. Прощайте. Ого, танк унесло. Да, пацаны, я знал, что роботы не такие что и мощные, как кажется. Правильно? Ну да. Хорошо. Сейчас будет еще жестче волна, но при этом у меня будет очень мало жизни. Вы готовы? Давайте теперь пошли. Поставим вот такую вот прям бомбу. Это чтобы вообще было легко защищать. И мне легко их было взрывать. Берите роботов, ждите меня. Сейчас будет, ребята, что-то очень интересное. Надеюсь, пацаны смогут защитить. Прям подальше отлетим, чтобы они смогли меня атаковать. Так, я знаю, что, например, их убивают аниматроники. Давайте возьмем одного из них. Хотел бабку Гренни взять, но это будет не то. Сильно медленно. Ну что, пацаны, я выдвинулся. Сейчас я себе жизни уменьшу, потому что, мне кажется, жизни у меня прям очень много. 10 тысяч или меньше себе сделать? Давай 5 тысяч. Давай 5 тысяч, хорошо, я не спорю, ребята. Все по-честному. Все, 5000 жизней. Погнали. Вы меня видите? Я специально яркого взял. А, вот, да. Да, да, ребята, надо очень осторожно быть. Без телепортации, должен так пробежать. Ой-ой-ой. Блин, я, наверное, не добегу. 2400 жизней осталось. Еще меньше. А, нет, да так и осталось. Чуть-чуть вынесло только. Так-так-так-так, быстрее, 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 быстрее. О, да откуда ты стреляешь? Да отвали ты. Офигеть. А давайте, наверное, 10 тысяч, да, себе сделаю? Можно? Да. Ну что, пацаны? Ой, я, наверное, себе 1000 выдал. Давайте. Да, 2000. Я специально, видишь, проверю, обратил внимание. Молодец, заметил. Битва началась. Скорее всего, не битва, а старание как-то избежать этих взрывов вонючих. Отлично, я же могу убивать аниматроников, обратите внимание. Теперь уже не такие-то они и модные. Отвали! Тебе придется умереть. Отлично, ребята. Красиво уклоняться, когда ты видишь, насколько на тебя ракет летит. Так, красиво, красиво. Вот так бежим на горку. Буду вот так отбегать, мне кажется, надо сюда наискосок бежать. Так само тяжело по мне попасть. Ах ты жопа, прочитал, прочитал. Теперь просто прямо. Оп, вот так вот. Вперед. Так, 8000. 7000! Блин, сильно попал, сильно попал. Ой. Я ж аниматроник. Вы же знаете, аниматроники, они ж сбежавшие из ада. Ах ты, не подпускаешь, да, меня? Так. Нифига себе здесь логово у вас. 7200. 6000. Приближаемся. О, красиво уклонился. Видели, сколько ракет бы попало по мне? 5000. Ай, блин. 1500. Активируем бомбу, убегаем. Вы, кстати, ее сами взорвали, я ничего не сделал. Ну что, вы готовы? Да. Я выдвинулся. Вон, я вижу тебя. Ничего, ничего, Вить. А, вы все-таки роботов, да, взяли? Хорошо.
Пора кому-то умереть. Может, не надо? Надо, надо. Тебе тоже пора умереть. Нет, не надо. Еще и тебе пора умереть, и тебе. Ты вот... Красиво, ребята, я их мочу. Смотрите, бабка Гренни, она просто вообще по красоте убивает всех. Ого, вот это было попадание прям сильно. Мне не понравилось, как ты ведешь себя. Придется тебя наказать, сынок. Слышь ты? Ребята, прощайте. Я все-таки до бомбы опять добрал. Есть, я ее взорвал. Это бомба, когда ланцом взрыве еще очень больше взрывов. Пацаны, ну как? Очень неплохо. Давайте для чего покажу взрыв. Это просто что-то мега мощное. И еще. Это жесть. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.